Уральских горах остров Веры копали, 6000 лет артефакты нашли. Тогда наши предки уже обитали и очень осознанный образ вели. Нашли артефакты, изделия, храмы времен неолита и бронзовый век. 17-тонные двигали камни. Находок таких на земле больше нет. Постройки задолго до строек в Египте. На острове Веры стояли уже. И обсерватории были в граните. Народ на Урале сам строил себе. В то время по солнцу и звездам считали. На каменоломнях точили гранит. Из меди железа клинки отливали. Такой на Урале вот был неолит. Позднее с петровских времен поменяли приезжие немцы историю нам. Из храмов историю уничтожали, стерев отношение к древним векам. Не все артефакты здесь канули в лету. Раскопками предков своих узнаем. Урал показал нам еще одну метку, что тысячелетия мы здесь живем. Бог, Ра, Русь, свет, солнце над нами. Все чаще находим мы связи времен. Доходим без западной помощи сами. И истину прошлого скоро найдем.